на Земле. Иногда единственный способ что-то узнать – пройти через это самому. Раф, иди скорее, профессор Аркан ждет нас в комнате состязаний. Всех сразу? Для чего? Хороший вопрос. Если я правильно поняла, то речь идет о каком-то эксперименте. О! Я не ожидала увидеть их здесь. Что вы здесь делаете, демоны? Они были приглашены сюда, Раф, так же, как и вы. Сегодняшний урок касается и демонов, и ангелов. Хорошо сказано, профессор Аркан. Всем вам придется испачкать свои руки. Звучит неплохо. По крайней мере, для нас. Не знаю про этих облакоголовых. Ты кого облакоголовыми называешь? Помни, что ты ангел. Для того, чтобы научиться правильно защищать и... спутывать. Вы должны понять, кто такие смертные. Вы должны понимать, что они чувствуют и как они думают. Поэтому следующие 12 часов вы проведете на Земле в облике смертных. Вы не можете использовать свои силы или превращаться в ангелов или демонов. Вернуться в школу вы можете только в случае необходимости. Когда начнем? Сейчас. Василиск, Носферату, Аракно, начинайте превращение. Действуйте! Проклясть и спутать! Вперед! Чего же вы ждете? Вперед, ангелы, сделаем это! Кокс, начинай превращение! Охранять и защищать! Начинай превращение! Бабочка, начинай превращение! Лулу, начинай превращение! Хорошо, а теперь уходите из школы. Встречаемся через 12 часов. 12 часов на Земле совсем без сил и без защиты. Да это праздник! Надо действовать быстро. Раф и Сульфус должны остаться наедине. В дороге, толстяк! Ты урод, прямо чего посреди дороги тебе? Встал! Я им покажу, как смеяться! Знаешь, было бы клево поразить их молнией. Нам нельзя использовать наши силы. Учитывая, что нам придется провести тут 12 часов, надо найти укромное место. То есть любое место подальше от вас, да, ангелы? Вот это да! Мы с вами хоть в чем-то согласны! Ладно, пойдемте, девочки. Нечего тратить время на разговоры с ними. Вот это жизнь! Отличное место для ничего не делания! А! Ух ты! Это ваш мяч! Да, как же приятно валяться на солнышке. Только жаль, что солнце может испортить мою чудесную бледную кожу. Меня сейчас тошнит. Я сказала что-то не то? Смотрите! Что это они здесь делают? Да они сами ничего придумать не могут. Они хотят испортить все наше веселье. Я думаю, веселье как раз сейчас и начнется. Ангелы, посмотрите!
Эй! Радуйся, что я тебе по носу не попала. О! Это и тебя касается. Отпусти меня! Вот тебе! Мы как будто в грязи валялись. Тебе идет. Давайте вернемся и переоденемся. Нельзя. Аркан же сказал, что можно вернуться только в случае крайней необходимости. А это что же, не считается? Это модная необходимость, так ходить нельзя. Успокойся, у меня есть идея. Айда по магазинам. Прекрасная идея, ты всегда знаешь, как меня утешить. В кои-то веки мы с вами согласны. Тогда решено, идем по магазинам! Распродажа! Пошли. Неплохо! Позвольте вам помочь. Я нашла то, что хотела. Дьявол носит не только Прада, девочки. Мила, на тебе не сравнится с Урией со мной. Мы выглядим лучше. А, кто-нибудь видел Ники? Нет, я ее уже давно не видела. Она, наверное, снова спорит с Гасом. Его тоже нет. Что-то я проголодался. Может, перекусим чего-нибудь? Давайте. Теперь мы с облакоголовыми и есть должны. Да ладно тебе, мы же всегда едим в столовой все вместе. Да, вот именно. Мне тоже, пожалуйста. Конечно, красавец. Одно удовольствие обслуживать такую очаровательную... Эй, мы не пара, понял, старик? Не пара. Я не хотел вас обидеть. Простите. Не хотите ли хот-догов? Да. А мне два. Отличный выбор. Да, классные здесь хот-доги. Мне плохо. Что такое? Живот болит. Это все из-за твоих хот-догов. Нормальные хот-доги. Нормальные? А теперь у сладкой болит живот. А это, между прочим, твоя идея. И у меня болит. Кабели тоже плохо. Я вернусь обратно в школу. Я с тобой. Это явная необходимость. Я знала, что не надо было тебя слушать. Ты не права. Я виноват? Он здесь ни при чем. Ты хотел, чтобы мы вместе поели. Хватит. Хочешь войны, ты ее получишь. Куда она пошла? Разберемся на дорожке. Ты заняла всю дорогу. Я еду так быстро, как могу, но Раф не сдается. Если я поеду еще быстрее, мы оба окажемся в больнице. Я не могу повернуть! Сульфус! Погоди! Нет! Сульфус! Что с ним? Куда они поехали, черт возьми? Эй, поуважительнее про чертей! Моя машина не останавливается, Сульфус! Слышишь? Моя тоже! Может, лучше спрыгнуть? Это слишком опасно! Мы же смертные! Мы можем поломать себе шеи или позвоночник! А? Тогда у нас проблема! О! 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 Это было очень близко! Держись! Рано или поздно бензин закончится, и мы остановимся! Дураки! Вы остановитесь, когда я этого захочу! О, нет! Я уже мылась сегодня! Ах, слава дьяволу, кажется, остановились. Но что произошло? Не знаю, но у меня какое-то дурное предчувствие. У меня тоже. Мне кажется, что за всем этим кто-то стоит. Но кто и почему, я не знаю. Они чувствуют наше присутствие.
Да, это шестое чувство. Им обладают все ангелы и демоны. Но не волнуйся, Малыки. Мы свое дело сделали. Раф и Сульфус остались наедине, и им ни за что не справиться со своими чувствами. Какой красивый закат, да? Да, очень красивый. Кокс, откуда ты? Василиск, ты... Ты совсем с ума сошел? Чем ты занимался там с этой ангельской девчонкой? Вы видели? Мы все время наблюдали за вами. Но мы же не сделали ничего плохого. Тишина. Ты не представляешь себе, как все серьезно и какой опасности все мы подвергаемся. Мне очень жаль, Раф. Но нам придется принять жестокие меры. Ангел!